В состав комиссии предлагаю внести Мартус, Чуркин и Ефименко. То есть переходим к следующему пункту, со сроком понятно. Переходим к следующему пункту, предложения в состав комиссии. Другие предложения будут? Нет, вы показали, как вы любите играть в демократию. Значит, только представителей партии «Единая Россия». Вот все, спасибо за этот очередной урок со стороны партии «Единая Россия». Пожалуйста, я уже вопросы. «Единая Россия» не играет в демократию, она показывает свою позицию о том, что их мало. Хорошо, мнение. Мнение, да. Других людей, в частности вас, как председателя городского совета. Что касается мнения, например, нашей фракции «Патриотов России», то хочу сказать, что можно прикрываться чем угодно, но депутаты, которые будут сегодня принимать решение о том, чтобы глава города Назарова появился как можно скорее, это люди, которые внесут возможный конфликт в будущее города Назарова после того, как новый депутатский корпус будет издан. Это мнение нашей фракции. Какой фракции, Юлия Алексеевна? «Патриот России» на городском совете есть такая фракция, если вы не знаете, как председатель. Ну, хорошо, спасибо. Мнение услышано. И можно мнение еще, да, пожалуйста. Я в развитии вопроса Юлии Алексеевны тоже сказала. Из практики своей, в 2009 году, в марте, я прямым голосованием избирателей был избран главой города в числе 7 кандидатов. Убедительная победа. Я пришел работать, с 7 года работал в городской совете депутатов в составе Евразийского союза. От партии «Единая Россия» был один депутат, как я сейчас помню, Зебров Владимир Михайлович, директор завода «ТИИХ». Но я не скажу, что я как глава муниципального образования, у нас есть устав, четко разграниченные полномочия Совета депутатов как представительного органа местного самоуправления, разграниченные полномочия органа исполнительной власти администрации города. Поэтому мы обязаны, по сути, и глава, и Совет депутатов руководствоваться уставом города Назарова и действующим законодательством. Если все будут работать согласно действующему законодательству, никаких проблем, как и у Алексея, во взаимоотношениях не будет.